у вас прямо, несмотря на военную ситуацию, настроение такое позитивное? Настроение позитивное, конечно. Почему? Потому что пришли сюда русские, мы ждали очень. Поэтому настроение только позитивное. Как сейчас ситуация в городе? Ситуация в городе спокойна. Мы не боимся взрыва, мы не боимся стрельбы. Конечно, нет света, нет газа, нет воды, но это не самое главное. Самое страшное мы уже пережили. Теперь мы надеемся, что у нас будет только все хорошо. Надеемся на лучшее. Вы сказали, что вы учитель математики. Да, математики и информатики. Сейчас только что виделись с коллегами-учителями. Да. Провели маленькое совещание, совет. Да, мы очень рады.